Буквально на днях 23 марта в российском интернете зафиксирован резкий всплеск регистрации сайтов, предлагающих продажу баз данных банковских карт, дампов. Такие интернет-страницы в основном предназначены для злоумышленников, которые занимаются хищением средств с карт. Однако на этот раз, зарегистрировавшись и пополнив депозит, злоумышленник не получает доступ к базе, к тому же его учетная запись удаляется, либо блокируется. Подробности читайте на сайте.